остается. Хуан, почему ты доверяешь мне свои творения? Ты едва меня знаешь, Асера? На инструменте, созданном мастером, должен играть виртуоз. Я видел, как ты играешь, Дани. Как Стравинский... Вернешься на Сантуарио, поищи пушки, боеприпасы и бойцов. Кастильо растерян. Используем это. Добро пожаловать в Либертад. А куда торопиться? Потом свалю. Смешно. Ну что, освободим Яру? Кастильо держит Яру в кулаке. Его методы военщины, рабство и кровь. Столица его крепость. Отвоюем Эсперанцу, отвоюем Яру. Чтобы ослабить Кастильо, нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде КПП и баз ФНД. Но важнее всего окружить Эсперанцу и загнать Антона туда, как в клетку. Для этого надо совершать операции, которые объединят революционеров и сделают Либертад сильнее. И Либертад нужна поддержка трех групп повстанцев. Каждая из них пытается уничтожить часть империи Кастильо. И везде во главе стоят его приближенные. В Элесте не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде Маккей Индастрис. Конвой с отравой Кастильо в этом регионе обороняет адмирал Бенитес. Но с помощью легенд 67-го мы можем изменить ситуацию. Они прячутся в джунглях, что покрывают самые высокие горы в Яре. Их величайший боец, Эль Тигре, готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону. Есть еще Валья де Ора. Это не только центр индустрии Вивира, но и кузница пропаганды Кастильо, которой управляет министр культуры Мария Маркесса. Я знаю людей, которым можно поручить контрпропаганду. Максима Сматансас. Они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело Либертад. Они залегли на дно, но их видели в форте в Баласеросе. Нужно найти их раньше, чем солдаты Кастильо. В Мадругаде всем заправляет племянник Кастильо Хосе. Он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства вивира. С ним ведет войну семейство Монтера. Они не любят гостей, но я знаю механика, который работает в Коста-дель-Мар. Его зовут Фили Барсага. Он может свести тебя с Монтера. На твоем месте, Дани, я бы начала с Мадругады. Если захватить плантации табака, то производство вивира остановится. Только найди механика, Фили. Я буду здесь, координировать атаки Либертад против Кастильо по всей Яре. Значит, мне одному нужно убедить всех их присоединиться к нам? Как? Просто. Помогай им. Всем, чем сможешь. Отправлю бойцов, назовут захватчицей. Разведчиков посмеются. А ты, мой лучший воин, можешь помочь им без этой канители. Либертад возьмет столицу, мы чикнем Антона, глотнем его крови и все такое. Да, не надо размяться. Слава Либертад, Хефа! Да-да.
Сильнейший воин Клары — это ты. Ты не понимаешь. Так поясни, Хуар. Клару выдает манера речи. Она ведь из богатой семьи. Семьи истинных иранцев, понимаешь? Она сражается, страдает и веселится вместе с нами. Но прошлое все равно никак не скроешь. Ну, а я-то тут при чем? А ты сирота, Дани. Ты никто. Ты напомнишь повстанцам, что нужно заняться делом, а не политикой. Клара меня использует. Си. А ты используешь ее. Хочешь убить Антона? Си. Освободить Яру? Еще бы. Но мы с тобой оба знаем, что тебе нужно сражение. Ты повстанец. А для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде, запах серы, жгущей ноздри. Это... весело. Не бойся. Я никому не скажу. Послушай, Хуана, будешь убивать солдат, Кастильо отправит за тобой спецназовцев. Знаешь, почему их так называют? Из-за подготовки и вооружения? Все бы тебе поумничать. Да, берегись. Клара, а напомни, кого мы ищем в Мадругаде? Карлоса Монтера. Это предводитель группы фермеров, которые хотят отнять у армии свою землю. Но с тобой он встречаться не станет. Почему?
Он, скажем так, человек старой закалки. Не любит чужаков и доверяет только своей семье. Класс. Не бойся, тебе поможет Филли. С ним все получится. Он в мастерской взлетной полосы Мартинес. А, как у вас все сложно. С важными вещами всегда так. Суэрте, Дани. Местечко интересное. Ты Филли? Я Дани. Нет. Филли тут нет. Ого, ну и рюкзак. А где он сейчас? Сервеса. Кто тут главный? Всему можно дать новую жизнь. Подойди на секунду. Да, вот сюда. Нажми на нее и держи. Аварийная кнопка. Отпустишь и... Ну, зачем ты тут? Я от Клары из Либертат. Она не предупредила? Клара, Либертат. Громкими словами бросаешься. Но тут нет Клары. Только ты. Зачем ты здесь? Чтобы спасти семью? Детей? Нет. Тогда чего же ты хочешь? Хочу убрать палец с кнопки и узнать, кто поможет свергнуть Кастильо. Окей. Выдохни. Значит, ты герой Клары? Я не герой. Чуриза сработала! Да! Магия Филли, детка! Хочешь помочь, Либертат? Тебе нужен Карлос Монтеро. Наша опора. Его семья спасет Еру. Класс! Идем к нему. Нет. Сперва ты должен понравиться Филли. Затем понравится малышке Монтеро. Малышке Монтеро? Си! Чуриза, давай пошли! Эспади, его дочке. Я слышал, она ушла к плантации изгоев, к востоку отсюда. Понравишься ей? Ты в деле. Удачи в поисках. Она та еще фьера. О, я хочу повозиться с твоим крутым рюкзаком. Нет. Ладно, осторожнее с отравой. Вот юморист хренов. Thank you.
Фили? Кто это? Дани. Тот самый, которого ты чуть не разнес в клочья. О, да ладно! Кебала! А как выглядит эта плантация? Да обычно. Сигары, белые костюмы, вечеринки. Только еще пушек гора. Ну, плантация. Все вам городским объяснять надо. Старый дом. Вокруг табак растет. Эспада засекла лейтенанта, так что, наверное, она уже внутри. Кого она ищет? Без понятия. Монтера болтать не любит. Знаешь, советую тебе взять с них пример. Привет, Клара. Удалось связаться с Карлосом Монтера? Пока нет. Похоже, мне придется сперва найти его дочь. А, Камилу. Сделай все, что потребуется. Чтобы отвоевать Запад, нам понадобится поддержка фермеров. Что ж, я уже в пути. Перезвоню после встречи с Карлосом. Все будет хорошо, Дани. Ты ему понравишься. Хвоста нет. Конью, это Испада шутить не любит. Еще один труп. Это не обещание. Это истина. Но я не сомневался, что мы справимся, ведь истинным я... Дайте по силу осуществить мою цель. Возродить рай. Меч? Ее клинком надо назвать. Подмоги не ждите.
Инга, ничего себе. Труда. Никто нам не помог. И в нас не верит. Что за херня там происходит? Твой босс. Генерал Кастильо? Наполеон Эль Пекенни. Не стоит его так называть. Стой! Нет! Ты кто, блин, такой? Дани, из Либертад. Ты малышка Монтера? Малышка Монтера? Хренов Фили. Мне нужен твой отец. Клара хочет заключить сделку. Плевать мы хотели на Клару. Ты работаешь на Клару? Ты дочь Карлоса Монтера? Прошу, пощади. Ну, где твой лейтенант? Обещай, что пощадишь. А-а-а! Каю Велериал! Каю Велериал! Личный остров Косе! Все узнала? Нет. Но мне хватит. А он? А он скажет своему боссу, Хосе Кастильо, что я перебью всех его лейтенантов. Ради смеха. Затем я освобожу всех изгоев, выращивающих табак. Ради мести. И, наконец, он скажет Хосе, что я перережу ему глотку. Это за меня. Это все надо записать. Просто скажи ему, что здесь была меч. А своим друзьям, что они попали? Ну что, к отцу? Надо будет взять лошадей. Окей. Скажите, сеньор президент. Видно, кто-то нашел трупы, что ты оставила. Солдатня так просто с нас не слезет. Вижу врага.
Ее! Обошлось. Грасис. Да, тихо не вышло. Погнали. Сюда, за мной. Веди, я за тобой. Не отставай, ладно? Понял. Погнали. Вперед. Вперед. Ну, все хорошо. Помогу. Вперед. Погнали. Так, я пошла. Нет патронов. Не вопрос. Как все гладко прошло, а? Так, думаю, мы ушли. Си, порядок. А ты хорош. Да ты тоже молодец. Где тебя научили так стрелять? В военной академии. 5 лет учебы. Полезный навык. А еще я делаю клевый мохито. Поверю, когда попробую. Давно не пила ничего, кроме воды из септического бака Филли. Давай притворимся, что это метафора. Похоже, из-за Кастильо здесь тяжко живется. Его племянник Хосе, реальная проблема. Мы зовем эту паскуду Наполеоном Эль Пекенью. Малыш Наполеон? Мило. Прозвище милое, а человек не очень. Мы, Монтеры, живем здесь уже 200 лет. А теперь тут повсюду трудовые лагеря и сраный Вивьер. Солдаты Хосе заставляют... работу, пока те не упадут. Камильярда забрали даже моего отца, и он слишком долго там пробовал. Из-за яда папа заболел. И теперь начал собственную революцию.
Чтобы остановить Кастильо, тебе понадобится помощь Либертад. Ты не первый, кто мне это говорит. Но папа слишком гордый и доверяет только своей семье. Тут для него либо Монтера, либо пустое место. Иными словами, у меня нет шансов. Не знаю, есть в тебе что-то. Ты отличаешься от тех, кого обычно присылала Клара. Может, ты ему понравишься? Кто знает. И далеко это твой лагерь? Близко. Спешишь куда-то? Нет, нет, все в порядке. Кардио мне не помешает. Что это тут? Добро пожаловать на Запад, Герильеро. Меч и герой! Рад, что вы живы. Проблем-то не было? Только они и были. Но тебе повезло, он топ. Что ж, вы вовремя. Эль-Хефи готовит еду. Дали, папа. Эсо, Хефе! Клара Кизинга, Кона! Эсо! Окей. Где была? В разведке. Брехня, кто это? Меня зовут. Я не тебя спросил. Тише, папа. Это Дани из Либертад. Либертад или нет, мне насрать. Где его повязка? Папа, оглянись. Здесь фермеры, а не бойцы. Что, Чоризо взорвет Наполеона Эль Пекенью? Эй, слышь, не впутывай Чоризо! Наши люди должны научиться сражаться, Камилла. У нас. Потому я и здесь. Ты не похож на повстанца. Больше на туриста. Сдаст нас. Виновата будешь ты, Камилла. Он тебе рад. Добро пожаловать, герой. Хватит, Чоризо. Оставь на десерт, дружок. Хватит. Эй, Клара, я тут встретился с Монтеро. И как все прошло? Карлосу на меня плевать, а вот с его... Вот дочерью мы поладили. Думаю, она мне поможет. Тебе нужно понять их. Завоевать их доверие. Для начала разберусь, что к чему у них в лагере. Пойду осмотрюсь. Хорошо, Дани.
Береги себя. Рад тебя видеть, Дани.